Всем привет! Меня зовут Марина, я основатель бренда женской одежды Марина Веллер. Буквально на днях я листала ленту в Инстаграме и наткнулась на рекламу курсов какой-то бизнес-школы, и курс этот о том, как создать свой бренд одежды и сделать его успешным. И там был перечень пунктов, это бесплатная информация для того, чтобы привлечь и заинтересовать потенциальных покупателей этого курса. И вот в одном из этих пунктов было сказано, что обязательно на старте нужно иметь 300 тысяч рублей для создания своей первой коллекции. То есть что получается? Если у вас нет этих денег, то и начинать не стоит, идите копите. Очень хочу выразить свое мнение на этот счет. Поверьте, даже если у вас будет 10 раз по 300 тысяч, это не гарантирует вам успех и успех вашей коллекции. Если у вас нет тех ресурсов, которые были у кого-то, кто уже начал этот путь, ищите свой путь. Нет одного правильного, четкого пути к успеху, к достижению своей цели. Смотрите, у кого-то что-то одно сработало. У вас то же самое может не сработать. Вам нужно разработать свою личную стратегию, исходя из тех возможностей, которые у вас есть на данный момент, и из тех обстоятельств, которые вас окружают. Это не значит, что вам нужно игнорировать чужой опыт и идти напролом, несмотря ни на кого и ни на что. Нет, но своя стратегия должна быть. Тем более, что понятие успеха, оно для каждого индивидуально. Для кого-то успех – это небольшой магазинчик в центре вашего города под собственным логотипом. Для кого-то успех – это сеть магазинов по всей России. А для кого-то успех – это всемирная известность и домик моды в Париже. Поэтому вы должны четко знать, что вы хотите и к чему вы стремитесь. Если вы начинаете свой путь с минимальных вложений, без знаний, без опыта, самое главное – это движение вперед. Побороть свои страхи и идти вперед. И когда вы только начнете делать вот эти первые мини-шаги, поверьте, у вас начнут открываться какие-то новые ресурсы, появляться новые возможности, появляться новые идеи, какие-то знакомства. И здесь хочу сказать очень банальную, очень простую вещь, но в ней заложен большой смысл. Первое, главное, это начать. И второе, не останавливаться. А я вам желаю удачи, достижения ваших целей. Увидимся в следующих видео. Пока!